Всем привет! Берем мягкое сливочное масло, соль, сахар, хорошенько все перемешиваем и взбиваем пару минут миксером. Далее добавляем растительное масло, яйца, кефир, сок и цедру одного лимона. Все хорошо смешиваем. В отдельной миске перемешиваем между собой муку, соду и разрыхлитель. Потом постепенно добавляем в нашу смесь. Отдельно готовим смородину с крахмалом. Перемешиваем. И на 2/3 заполняем подготовленные формочки. Теперь убираем в духовку, разогретую до 180 градусов на 20-25 минут. Какой же это аромат и какая вкуснота! Надеюсь, вам нравятся наши рецепты. Приятного всем аппетита! До следующих встреч! Пока!